миссия Западной Церкви в V-VII веках. Почему так поздно? Потому что миссия возникла спустя какое-то время после этих потрясений и завоеваний. Но Бог издалека готовил эту миссию. Подумайте сами, что все издалека готовилось. Где-то ну, например, был апостол Готов, его звали Ульфила. Ульф, Волф, Вулф, Волк. По-готски. Он был взят, он был из христианской семьи, которая была взята в плен, когда у готов были набеги на Рим. Но понимаете ли, Рим всегда, римская земля привлекала завоевателей. Земля богатая. Ну, понимаете, они в шкурах еще ходят, в лесах живут, дикари. А тут высочайшая цивилизация, эти бассейны, эти одежды, эта архитектура, эти скульптуры, это обращение, это изысканная еда. Это, понимаете ли, привлекало очень. И вот они делали набеги на края, на границы империи и хватали пленников. И вот этот Ульфил оказался среди них. Вернее, не Ульфил, а это его мать или отец, кто-то. Вот, он уже родился там. Так вот, этот Ульфила, это первый вот известный нам проповедник среди готов. Это еще до их нашествия даже. Понимаете, то есть Бог издалека все это готовит. Он сказал, что будет проповедано слово всей твари до концов земли. И он заботится об этом. Слава Богу, что это его забота. Так вот, он даже перевел на готский язык Библию. Всю Библию, Ветхий и Новый Завет перевел, но он перевел творчески. Он, например, какие-то книги царства не взял, не переводил, потому что там много войн, а готы и так воинственны, нечего им про войны переводить. В сокращенном варианте, в общем, таком. И так что готы как-то были знакомы вот, с Богом и его требованиями. Вы помните эту карту, я вам показывала, когда эти готы идут на Римскую империю? И вот потом обратное движение миссионеров вот, к этим народам. Значит, кельтская миссия, это первая была. Кельты – это, собственно, Ирландия, это часть Англии, кельты там. Он был Патрик. Имя знакомо или нет? Потому что сейчас нас празднуют праздник Патрика какой-то есть. Это в честь этого, как святого. Ну, а мы взяли, как собезьянничали, в общем, взяли на. Потому что мы даже не знаем, кто он такой, что он сделал. Для нас это не имеет значения. До День Патрика у них там празднуется. Он был сын диакона в Британии. Когда ему было 16 лет, попал в плен к ирландцам. Они увезли его в Ирландию, как пленника. Через 6 лет он бежал. Но на родине он не нашел мира своей душе. Он был в плену в Ирландии, он бежал из Ирландии в Британь. И что вы думаете? Он мечтал об Ирландии. Что Бог вложил в его сердце такую любовь? Он мечтал об Ирландии. Я относилась бы к этому недоверием, если бы не было у меня на глазах примера. Это уже мои студенты. Когда один из них, значит, он проходил, рассказывает мне, проходил армейскую службу Чита, в Чите, где-то под Читой. А сам он украинец. И он все время мечтал об Украине, конечно. Вернуться на свою сияющую Украину с этой Читы. Вымершая какая-то земля, и ну, все не так. Он ослужил, вернулся туда, и покоя не нашел, мечтает об этой Чите.
Он туда поехал миссионером. А имя его известно, это Волошин, у нас в братстве заведует отделом миссии. Руим Волошин. Кто не знает это имя, нет? Нет. Ну, в общем, отдел миссионерства у него. Это вот он. То есть вот такие вот удивительные вещи. Ты освободился, ты уехала оттуда, и вот тебя туда вот тянет. Это так Господь делает. И Патрик вот мечтал об Ирландии. Он, его собственный, он, у него остался, от него остался какой-то дневник. «Я видел в ночном видении человека, прибывшего из Ирландии, с бесчисленными письмами. Я читал одно из них. Мы молим тебя, святой юноша, вернись и побудь с нами еще раз». Они звали его как святого юношу. Он начал готовиться к этой поездке в Ирландию. Он какое-то образование получил богословское и вернулся как миссионер. Его, он не был монахом, но он не заводил семьи, и только вот, были миссионером. Его история жизни находится в рукописи 1000 года, которая переписана с его рукописи, оригинальной копии с манускрипта, написанного собственной рукой. Конец его таков. «Как случилось, что Ирландия, которая никогда не знала Бога, но поклонялась идолам, стала способной принять Господа? Не говорите, что причиной этому я невежественный. Это был дар Божий, и я исповедую это перед смертью». Ирландия обратилась к Господу через труд Патрика. Патрик – это, ну, можно сказать, ангел Ирландии, святой для Ирландии. И день Патрика празднуется в Ирландии. Он, знаете как, он подходил к дворцу там, властителя, стоял на этой лужайке, которая всегда перед дворцом, всегда лужайка есть, и кричал: «Кто хочет слушать слова великого живого Бога?» Ну и кто-то откликался, кто-то хотел слушать. Ну и вот понимаете ли, про него книжечка существует, художественная книжечка, как там были жертвоприношения человеческие, как он одну девочку спас от этой смерти, устыдив окружающих. И вот в Дублине, в колледже в Троице, есть исповедь Патрика. Это, вот эта рукопись как раз есть 1000 лет. Это копия собственноручной рукописи Патрика. Он, понимаете ли, она написана на плохом латинском языке. Он не смог восполнить пробел в своем образовании. 6 лет в плену, все-таки большая такая, большой пропуск. Он писал ее на плохом языке латинском. Но одну книгу он знал хорошо. Его писание полно цитат из Библии, приведенных на память. Например, Лука 1:17. Он хотел представить Господу народ приготовленный. И вот он заботился о том, чтобы представить Господу народ приготовленный. Он потрудился могущественно в Ирландии. Значит, это апостол Ирландии Патрик. Запомнили, да? Он умер в 461 году, 5 век. Теперь, значит, апостол Шотландии следующий. Колумба, не путать с Колумбом, который Америку открыл. Это не Колумб, а Колумба. Апостол Шотландии, 563. Он был внуком того короля, который правил Ирландией, когда Патрика взяли в плен. Он избрал путь монашества. И он стал аббатом. И в Ирландии он основал несколько монастырей. Но понимаете как? Он получил опять внутри сильное желание отправиться пилигримом ради Христа. Он был призван оставить не только дом, но и родину. И он весьма своеобразно подошел к этой задаче. Значит, во-первых, он нашел себе спутников. Он избрал 12 спутников по числу учеников Христа. И он основал монастырь. Это вот первый пример того, как церковь двигалась монастырями. Он основал монастырь на островке Иона. Это была группа глинобитных хижин, очень бедных. И этот островочек стал базой для проповеди среди бретонцев, ирландцев, шотландцев, Уэльса.
Фактически он основал кельтскую миссию, которая обратила в христианство большую часть Англии. Кельты – это население Англии. Нынешние англосаксы – это не коренное население Англии. Коренное население – кельты. Англосаксы – это из этих готов, которые завоевывали Рим. И они так ненавидели христианство, что когда стали вот миссионеры двигаться и проповедовать христианство, они переселились в Англию подальше, переплыли через пролив, чтобы подальше, но их миссия настигнет там, в Англии настигнет. Об этом они уже подальше. Вот. И потому что англосаксы, англы и саксы – это готские племена, тоже немецкие племена. Они переселились позднее, убегая от миссионеров. А жили в Англии кельты. И первая миссия была кельтская. Патрик, Колумба – это кельтская миссия. Колумба – это апостол? Апостол, вы понимаете, в чем дело? Когда мы говорим апостол Шотландии, ну так же, как, я не знаю, там Владимир Великий был апостолом нам, России. Ну, то есть это человек, через которого благая весть достигла Шотландии. Апостолом мы называем его на том основании, как Тертуллиан сказал, я наследник апостолов. Мы с вами обсуждали это. Мы апостолы сами или нет? Апостолы посланы. Посланы. Так вы посланы или нет? Или нам нет, к нам не относится поручение? Вы знаете, что было время тогда, такое уже в 18 веке, когда верующие христиане задались вопросом, а это к нам относится или нет, поручение Христа? Может, это к ним относилось, а к нам нет? И они просили Вильяма Кэри ответить на этот вопрос. Он изучал Писание, через месяц вернулся и сказал, братья, это к нам. И началась миссия англичан. Вильям Кэри поехал в Индию, первый миссионер английский. То есть этот вопрос обсуждался, потому что было время, считалось, что это к ним, это не к нам. Вот. Так значит, он основал монастырь, бедные такие глинобитные хижины. Это было центром, они туда возвращались, они оттуда отправлялись в Уэльс, в Шотландию, в Ирландию. Вот. Он умер в 597 году. Мы же имеем кусочки такие, я вам кусочки эти собрала. О его смерти написал аббат острова Иона, этот остров, где были эти хижины. Его лицо сияло счастьем. Или другой вариант. Его нашли лежащим возле алтаря с лицом, сияющим от радости, когда он видел ангела, спускающихся за ним, так что это выглядело даже не как смерть, а как сон. То есть на лице его было написано счастье, что он как будто видит ангелов, идущих за ним. Его нашли лежащим, уже мертвым, с лицом сияющим от радости. Год смерти кельта Колумбы – это год начала английской церковной истории. И когда в Англию приехал римский монах Августин, сейчас будем о нем говорить вскоре, и кельтское христианство встретилось с римским и склонилось перед последним. Будет встреча кельтского христианства и римского. Рим пошлет своих миссионеров в Англию. И эта встреча закончится тем, что кельтское христианство склонится, потому что римские докажут и покажут, что ключи вручены Петру. Этот авторитет они не могли отрицать, ключи от царствия. Так что склонились они и приняли. Апостол Нидерландов. Это поняли, что я говорю апостол уже в нашем таком понимании. Вилли Броде. Вилли Броде. Вилли Броде. Апостол Нидерландов, 690-й. Это был монах, который... Вы понимаете, каждая история, она такая. Человек наметил... А? Вилли Броде. Нидерланды. Он тоже. Он собирался одно делать... Но Бог вложил в его сердце иное желание, призыв. Он хотел тоже в Ирландии. Понимаете, в Ирландии там уже налаженное свидетельство, есть какие-то каналы, знакомые, опять же, и друзья там, в Нидерландии. Все хотят в эту Ирландию.
но получил призыв отправиться в Нидерланды. Этот призыв был подтвержден двумя другими святыми учеными мужьями, монахами. И вот он отчалил в Нидерланды. Послушайте, какой рисунок, какая картина его как миссионера. Я этот отрывочек напечатала крупными буквами и повесила на стенке в своем классе, где я преподавала, когда читала эту историю. Я и вам всем советую таким быть миссионером. Сейчас я прочитаю это описание. Кто оставил это описание? Это знаменитый ученый, философ Алкуин при дворе Карла Великого. Он основал школу дворцовую в Германии. Ну, то есть это очень авторитетный такой вот автор Алкуин. Он написал его так: «Блестящий во всем». Я не обязательно требую от вас внешнего такого облика, просто попутно. «Хорошо сложенный, благородной внешности, прекрасный лицом, радостный сердцем, мудрый в совете, насладительный в беседе, сдержанный в манерах и настойчивый в Божьем труде». Какая картина. Насладительный в беседе. Он был замечательным собеседником. Беседа – это значит не только говорить, а что? Слушать. Он был насладительный в этом. И беседа могла увести его туда и туда, но он был настойчив в Божьем труде. Он никогда не терял эту нить. Вы понимаете ли, когда мы беседуем о том и о сём, мы можем сказать, где мы, о чем бишь мы говорили-то? Он был настойчив в Божьем труде, мудрый в совете, насладительный в беседе, сдержанный в манерах. То есть у него не было ни громкого хохота, ни опрокидывания посуды за столом, ни размашистости, понимаете, сдержанность в манерах, в поведении, насладительный в беседе, настойчивый в Божьем труде. Это прекрасный образ миссионера. Ну вот он был апостолом Нидерландов и является теперь их святым. Билли Брод. У него тоже был кельтский дух миссионерства и кельтское влияние, но на синоде в Видбе, где решался вопрос о кельтском и римском типе, я говорил, был этот спор, один из святых друзей Билли Брода настоял на принятии римского типа христианства, а не кельтского. В чем были различия у кельтов и римлян? Были различия в день празднования Пасхи. Отличался. И все. Но это обычаи. Это привыкли так праздновать. Ну вот. Он сослался на всеобщее распространение именно римского христианства, а также на то, что ключи от неба находятся у Петра, который считался первым епископом Рима. Так что этот вот аргумент победил. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Следующее, опять очень драматическое повествование. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Это Бонифаций. Это миссионер в Германии или апостол Германии, 718. Он обращал тевтонцев. Он был воспитан в монастыре, и он там остался и учил, и стал монахом, и собирался быть аббатом этого монастыря. Вы слышите, каждое повествование об этом говорит. Он собирался. Он собирался туда, приехал сюда. Он собирался быть аббатом, но почувствовал призвание быть миссионером. Он собирался, но почувствовал призвание разделить приключения Билли Брода, присоединился к нему и не остался с ним. Тоже очень удобно было бы остаться с ним в Нидерландах. Но он продолжил путь на восток, в Германию. Его посвятили в епископы в 739 году. Сам папа писал о нем, что он освободил, сейчас я посчитаю нули, 100 тысяч германцев от языческих оков. 100 тысяч германцев. Вы хоть цифру запишите это. Это же очень интересно.
такое миссионерство. 100 тысяч германцев. Распространение империи франков, это все было при Карле Великом уже, открыло и Саксонию для миссии. Немцы – это тевтонцы, это саксонцы, это все немцы. Ну так вот, и Бонифаций направил в Англию послание такого содержания. «Всем, кто боится Бога, вспоминайте нас в ваших молитвах за этот народ. Жалейте их, потому что они кричат, мы одной крови с вами. Мы одной крови. Тевтонцы одной крови с саксонцами». Понимаете? И поэтому молитесь о нас. Во многих английских монастырях возносились регулярно молитвы за саксонцев. Им посылали письма, книги и сотни мужчин и женщин в помощь, миссионеров других. А чего был успех такой у Бонифация? А был успех связан с чудом. Это чудо очень широко известно. Эти тевтонцы поклонялись богу грозы по имени Тор. Бог грозы. И символизировал этого бога огромный дуб. Вы видели огромные дубы? И Бонифаций сказал, что он его срубит. И волны срубил? Нет. Он начал его рубить. Все смотрели на него в ужасе. Сейчас бог Тор его покарает. Но внутри дуба оказалась пустота, и он рухнул сам собой от ветра. Это произвело огромнейшее впечатление на язычников. Вы понимаете? Ему расчищена дорога была. Бог не оставляет своих. Они расположили свои сердца служить Бонифация. Дуб распилили, из его досок построили церковь. Эта церковь стала символом Центральной Германии. И Бонифаций правил церковью. И обращал многих в христианскую веру. Послушайте, какой конец был у него. В 75 лет он решил вернуться к миссионерскому труду. Миссионерский труд, он такой сладостный, никак не забывается. Ведь у нашей истории, вы помните или нет, нашего чудесного Василия Григорьевича Павлова, в старом уже возрасте пожилом, он оставляет Москву, оставляет пост пресвитера, он хочет вернуться к миссионерству на Кавказе, чем он занимался всю свою юность. Все дано, это а желание такое. Это удивительно просто. Вот поэтому я как-то через Павлова, я проникла в это, Павлов, наш человек, я стала понимать вот и Бонифация. Он уже 75 лет, и он уже правил церковью, но он решил вернуться к миссионерскому труду. Он проповедовал, а потом собрал обращенных для отдельной беседы с ними. Но поскольку еще много было язычников, которые ненавидели его, что он против этих, как они называются, отеческих преданий идет, напали вооруженные люди на всю группу людей. Бонифаций просил не защищать его, не сгружаться вокруг него. Отойдите, пусть они меня, вот я. Ну, как Христос сделал. Помните, ученикам сказал, они пусть идут, вот я. Вы за мной пришли. И он закрыл свою голову книгой «Амвросия». А книга называлась «Амвросия» Миланского. «Как хорошо умирать». Или «Как умирать хорошо». Я всегда поражаюсь вот символики таких вот вещей. А другая книга была о Святом Духе. Он читал одну из них, готовясь к конфирмации. Эти люди, он их конфирмация, подтверждение своей веры. Он оставлял этих людей. А другую читал он, готовясь к смерти. Смерть его таким образом была полна символов. Так вот, значит, как мы видим, типичный путь распространения христианства среди варваров был через монастыри и монахов.